Ты уже снимай этого втихаря. Ну ладно, как. Давно? А там он еще не будет. Там дизлейки там нет. Когда это... Серёжа. Магазин поправился. Чё ты, Лена? Второй юрист сам. Да. Хочется. То ли не видно, то ли... А нет. Чего хочется? Таблетки. Нет, так эти так они невестки. Ну хочешь, возьми себе, оставь. Не видно. Ну что невестки? Что невестки? Ну оставь себе, оставь, я чуть напечатаю себе. Нет, разные. А свети. Нет, подождите. Смотри, разные. Ну какие же тут разные? Значит, разные. Ну одинаковые. Иди сюда. Люди-то одинаковые. Люди-то одинаковые. А как это разные? А кому? А кому? Зачем вам одинаковые? Людей две разные, две штуки. Ну какие именно? Конечно. Какой смысл? Зачем вам две одинаковые? А это более резко, там более... Ну оставь себе все эти. Ну, я потом напечатаю, там по фотографии более-менее получилось. Потом распечатаю. Ну, как ведьмушка. Сережа, хватит. Ну не один и тот же хватит. А там пленки нет. Пленки есть, а батарейки кончатся. И лампочки не светятся. Да. Красная не горит. Ну что? Подсветка не работает. Значит, не снимается. Не тогда нечего беспокоиться. Лампочка горит. А светить? Это уже как шпион. А светить дальше одно? Ну возьми одно. Как раз все хорошо получается. Когда красиво. Естественно, потоке общения. Раздавишь? Кого? Серёги нету, а с Серёжкой. Правда, я срезанная. Это вся плёнка. Вечером пришли, там позагорали. Ну, у нас вообще никакой не получилось. Нашел окончание, Сереж, да? Опять. Сам фотографирует, там снимает. Это вообще. А Ира, та Ира, не любит же. Ага. Ну да. Все время избегал. Да. Сережа, хватит снимать видео. А то потом Петергоф, Петродворец? Фонтаны где? И вот рядом там вот этот собор Петра, Петра и Павла Святого. Ну я там была возле нее, но ее не помню. Ну ты была давно, она была в реставрации. И она вообще же не, на другой стороне дороги. Она не там, где Петербург. Петербург весь он там внизу, все. А это от дороги, по которой подъезжает, сейчас другой стороны. Женских побед. А да, что это у тебя там? Нева. Фотографии? Тоже? Да. Там. Это так, чьи? Это? Сейчас покажу. Это деловые, наверное, да? Пока не зайдут. Все к тебе не летом собираюсь. Так не надо проезжать, что возьмешь? Кого-то еще. Ну а что ты не показываешь? Вот сдалека. Нет, по путевке. Надо вот в июнь, в конце июня. Самое то. Ага, самое то. Так, давай. Ну, с 15 июня ну, до 15 июня. Ну что ты творишь, а? В этот период. Ну что ты творишь? Ты так быстро махаешь, я не свою резкость навести. Не успеваю. Не надо наводить резкость на меня. Но мне ничего не надо наводить. Давай, сюда. А то как-то издалека. Нет, а я... Да там почти никого вот знакомых. Там только приехали в прошлом году. Где расписывались-то? А? Где расписывались? Там у нас в Петербурге. Как ее звать сейчас? Лора. Лора? Ой, Хэллоуин! Лариса? Как всегда ее звали так. Переименовывать не стоит. Лара, Лора. Лора, это Ливерпуль.
Одесса? Нет. Спасибо за подарки. Нормально, спасибо. Конечно, хорошо, лапочки убирай. Можно привет передать? Смотря кому. А тому, кто будет смотреть. Передавай. Всем привет. Да, конечно, слушай там. Витя, Наташа, Наташа, Таня. Откуда привет? Оттуда. Из Москвы и Петербурга. По дороге. Из Петербурга в Москву, как Бородищево. Бородищево, Бородищево. Да, точно. О, наконец-то до меня дошло. Теперь я посмотрю, что у нас. А сейчас рекламная пауза включай. Сначала усы себе подрисую, чтобы рекламную паузу объявлять. А я и так не бритый, видишь? Да. Ну, конечно, при таком освещении не бритый. А что, усадок, что ли, не хватает? А что это за старушка? Да. Ага, чё? А усы прекрасные. День судака, а новый снег. Что за старушка такая большая? Получилось. Вот там вижу. Надо же. Царская бухта. Сереж, ну что творишь, а? Дим, меня угнетает. Твой брат. Ну, это надо. Для того, чтобы подушка была потяжелее, туда надо пару бутылок полных положить. Ну, а теперь можешь. О-о-о! Чего Молдова? Приехали. Нет, никакая не Молдова. Украина? Русская? Украина. Мы что-то хотели. Подожди. У меня настолько кинокамера не поворачивается. Отойди подальше, чтобы... Я вас очень внимательно слушаю. Тема нашего сегодняшнего урока. Слишком быстро. Наивысшие показатели научных принципов и прочее. Так, приготовили ручки и записываем. Ручки, у нас есть одни ножки, а ручки все заняты. Может понюхать? Два. А что это, Катерина? Чай. Чай? Это? Чай. Это мы в Рамсторе купили чудесный чай. Это называется клубника со сливками. Рододендрон или азалия? Какой запах. Жаль, на цвет. Мы в ботаническом саду. В нашем Баскин-Роббинсе недавно. Видишь, на улице у нас снег. 2-3 часа в день. А вы что? Ну, поэтому понедельник, пятница, да? С чем понедельник, пятница? Ну, с понедельника по пятницу. Или суббота, воскресенье, тоже бывает что-то. Нет, суббота, воскресенье, радует. Почему? За грибами, ягодами, куда угодно. Нахуй, нахуй. Ну, работа навалом, потому что денег нигде почти не платят. Ну, что делаешь-то? Круглая, тоска, квадратная, катаю. По возможности. Предпочитаю, ну, погрузчики это делать. А что-нибудь среднее там бывает? Что-нибудь среднее? Да, у меня все крайне чисто. Крайне слишком тяжелое и не такое легкое, что... Теперь давай не снимай, а то я тут жульничаю, и еще на документ зафиксируешь. Да. Маленьких не даже... Три туза. Два.
Ох ты, привет, точно. Так. Валер. А здесь что в картах? Да подожди, нет. Так, здесь. А опять козырями. Да нет! Шулера мочат. Сама дал. Нет. Да подожди ты. Ну чего? Отдай карту. Я принял. Дам козырю. Подожди. Я ее даже не положил на другую карту. Ну сядь, отдам. Отдавай. Не, ну дает, я принимаю, а потом говорит, отдай назад. Все, я кладу другую, дама. Вот. Ну ты все перепутала. А где? Все, давай сам. Ну, отбой это все. Ты что там лазишь? Из рукава вытащи карты. Ладно, отбой. Нет, интересно, а полная рука у меня. Дурят тебя, дедушка, дурят. Шестерки я... По полной программе вот дурят. И, на. Все. Так. Нет, там же не играет никто. Ты чего? Давай дальше. Кто не играет? На тебе вольта козырного. Козырного, ну спасибочки. Вот будь этим независимым судьей. Судьей. Ну, вот честно она играет или нет? Друг друга дурите. Ходи. Ну правильно. 8. А еще 8. Опять одни тузы. Все. Бита. Дурь. Блин, а где еще одна карта-то? Не все. Съела. Не спрятала. Давай. Неправильно, неправильно, неправильно. Дед, еще раз. Книгу жалко. Это ты, когда рвалась со своей дамой, и все перепутала. Давай. Тихована. Так, все ничего? Вторник, какой число-то? 18 сентября. Видишь, как прямо он сделал. Перестановочку заодно. Что, сам всего с себя снимаешь, что ли? Нет. Помидорчики. Помидорчики. Я думала, сам себя снимаешь. Ну вот еще. Он в зеркало. Хорош понемножку. Как зовут Бен Ладена? Усама. Как говорят? Усама. Да. Или вот как у немцев. Иди там тебе на балкон наш просто. Маленький чудо. А помидорчики что ли? А почему они меня ждут? Я уже съел. Меня они уже не ждут. Самодельные, нет? А? Да. Напиток не делаешь, никакой самодельный. Ну вот. В каком смысле? Ну, нет, не алкогольный так. Класс. Хочешь компоту? Попить. Хорошо. Что там еще для парочки? Какие там проблемы? Что у тебя не получается? На Петербурге. Как тебе отпустили? Хорошие бывают. Вас же что, заснял что ли? А? Нет. Свет отключи. Пойду это, пойду хоть причешусь тогда. А у тебя хорошо. Все-таки нет. Нет, включи весь. Останется на все время. Вот, смотри, квартира. Нет, точно снимает. Кто тебе сказал? Откуда ты знаешь? Вон красная светится. Да? Но только без подсветки, наверное, там какую-то пленку. Вот видишь, ремонт сделали, вот. Потолки сделали. Пленку, наверное, взял какую-нибудь. Теперь все нас на этот... Не, надо все-таки было привести себя в порядок. Че зря портить пленку? Снимаем такие, какие мы есть. Нас теперь это, как это, зафиксировал, все. Все уже. Задокументировал. Да, теперь будем точно знать, кто. Верхний бы себе отключил бы еще больше.
Кто это там говорит? Ну покажись сюда. Зайди с той стороны. Ага. Ну во. А против всего этого не видно будет, чего ты? Все будет видно. Против все видно, окна. Все видно у нас. Ну это все, этого Катюха болтает. Долго. Так, откуда вы приехали? Мы? Миша все знает, я забыла. По всей Украине ехали, поэтому даже не знаем. А сейчас куда едете? Домой, в Питер. О-о-о. А сейчас в Москве. Давно дома не были? Давно, конечно. Сколько? Соскучились? Ты уже когда выехал из Питера? Месяц назад. Месяц назад? Даже больше, на 3 дня. Как прошел отпуск? В Тарутино ехали, в этот, куда мы, в Александрию. В Александрию, да. Потом в Кабеляки, потом сюда. Там так интересно, по-украински, где мясо продают, написано Кобеляцкий рынок. Чем знамениты Кобеляки? Кобели одни, видно, живут там. А все же основная достопримечательность. То ли кобели, то ли кобели. Кто там? Какой врач? Как он? Касьян. А у него... Исцелитель Касьян, да? Исцелитель, да. У него там такие фотографии. Он с Горбачевым. Там кто только не лечился. Лечит, вправляет что? Позвоночники, да, суставы. Все кости. Кости. Костоправ, да? Так можно сказать? Да, можно, да, наверное, по-народному. Чем быстро отправляют? Вам-то он помог? Одним ударом. Вам лично помог? Шею на место поставил одним ударом и говорит мне... А было больно в момент? Не бойся, не умрешь, а умрешь, так похоронят. В момент вправления больно было, нет? Не, не. А я говорю, я не боюсь. Что делать? Умру, так умру. И тебе, Гриш, помог он? Спина перестала. А он что, массаж делал или встряхивал? Нет, он ставит на место, блин, на позвоночник. Ударяет, где надо. А, ударяет? Знает точно, где ударить, чтобы... Ну, не больно, а вот так. Раз, и все. Потом уже, когда... Легким движением руки, да? Ага. Да, все ставит на место. Не сильно легкое такое движение. Не очень легкое. Там и поднимать он как вот и шею скручивает. Так, быстренько. Как да. Цепушки. Вот так как рванул на один блок, потом на второй шее, я тут почувствовала, щелкнуло все и стало на место. У меня так болели вот эти позвонки эти. А сейчас уже какой день не болит, да? Не совсем? Болит, вот, ну, сейчас сколько мы у него назад были? 4 дня назад. Ну, 4, ага. 4, мы с мамой. Ну, хорошо. А приезжайте тоже. В Кобеляки. Да, в Кобеляки. Ладно. Нужда заставит, поедем, конечно. Вместо нас. Да. А это Вите, наверное, надо съездить. От Вити недалеко, да? А что Вите? А у них спина не болит? Не знаю. Сережки у нас... У меня тоже спина болела. Вот, надо ехать. Ну, правда, проходит, эпизодами. Ну, это радикулит у него. Ну, поедет к Вите в гости и по дороге заедет. Да. А это что, по дороге к Вите?